Здравствуйте! Вы смотрите канал «Волгоград-24», в студии Татьяна Каминская. Идет вторая неделя Великого Поста. Для многих из нас это всего лишь попытка ограничения в пище. На самом деле Великий Пост – это время очищения не только организма, но и тела. О мифах и запретах Великого Поста мы сегодня поговорим с моим собеседником, преподавателем Царицынского православного университета, священником Ильей Неклюдовым. Здравствуйте, отец Илья. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, почему говорят, что Великий Пост – это великий труд? Дело в том, что Великий Пост – это время особенного состояния человека. Для христианина это состояние называется покаянием. В греческом языке есть такое слово, которое обозначает термин покаяние – метаноя. Если переводить это слово с греческого на русский язык буквально, получится изменение ума. Таким образом, покаяние – это не просто самоукорение, это решимость исправить себя, решимость стать другим ради тех, кто находится рядом со мной, и прежде всего ради моего примирения с Богом. И примирение вот, с Богом начинается с ограничения в пище. Это первый этап, самый низший. Да, можно сказать, что так. Ведь с точки зрения христианского вероучения, человек, он состоит из физической, то есть телесной, душевной и духовной природы. Вот он трехсоставен. И в этом смысле воздержание в пище, привычный для нас главный атрибут поста, является первой ступенькой в преображении души. Если мы не пройдем вот эту ступеньку, которая связана с ограничением неких своих телесных привычек, то тогда мы не сможем перейти и на следующую стадию, когда уже человек начинает работать над своей душой. Вот это как раз и есть великий труд. Все-таки ограничить потребление в пище, это, мне кажется, не такая сложная задача. Вот по данным ВЦИОМ, постятся обычно, ну, около 15% россиян. И если нарисовать средний портрет постящегося человека, это женщина старше 45 лет. Получается, что женщина больше грешит к этому возрасту? Нет. Или с чем это связано? Нет, это прежде всего связано с тем, что, ну, знаете, или женщина больше силы воли, вот. Вот, пожалуй, этот второй ответ, он ближе к правде. Дело в том, что сама женская психология, она, как бы сказать, более расположена к духовному делу. Вот как ни странно, да, вот мы привыкли о том, что, к тому, что женщины, они более эмоциональны, их психика более гибкая. Вот отступиться от своих привычных мировоззрений женщине легче, чем, например, мужчине, зрелому мужчине. Это сделать тяжелее, чем зрелой женщине. Поэтому, особенно в 90-е годы, говорили, что православная вера, она выстояла на белых платочках. Да? Потому что, как ни странно, в советские годы именно женщины составляли основной приход православных храмов. И эта инерция, она сохранилась и до наших с вами дней. Действительно, если мы зайдем в храм в будний день, то увидим, что в основном храм наполняют женщины. Как раз вот не соглашусь с вами. Я живу недалеко от храма Иоанн Предтечи. Вы знаете, вот захожу вечером в выходные дни, отмечаю для себя, что больше мужчин. Выходные дни. Да. А, выходные, да. Да, я уточнил про будни. Понятно. Да, а пожалуй, да, вот если вы зайдете, например, в воскресный день, утром, то здесь, конечно же, ситуация будет совершенно иная. Мы увидим, что в храме очень много молодежи. Эта статистика, которая была озвучена совсем недавно по возрастному и гендерному составу прихожан, она, ну, отражает как бы тенденцию, но, разумеется, не отображает перед нами картину во всей полноте. Вот для нас Великий Пост, для тех людей, которые верят, да, но, может быть, не слишком образованные в религиозном плане. Поэтому мы часто встречаемся, у нас есть, да, желание поститься, есть желание очиститься душой. Но в житейском плане мы встречаемся с такими вещами, с которыми мы не знаем, как реагировать. Вот, например, допустим, бывают такие случаи, человек ограничивает себя в пище, но не молится, не ходит в церковь. Считается, что он постится? Или же наоборот, человек предпочитает кушать мясо, как он раньше, да, все продукты низкоромные есть, но он
истово молится, ходит в церковь, исповедуется. Ну, на так. самом деле и телесное воздержание, и молитва – это вещи взаимосвязанные. Одно без другого. А если только одно из двух? Ну, вот в том-то и дело, что, например, если человек ест мясо, надо здесь, наверное, спросить у этого человека, а какие мотивы-то? Одно дело, когда это медицинская, скажем так, потребность у человека, например, заболевание желудочно-кишечного тракта, или, например, это кормящая мать. Здесь, разумеется, послабление в посте будет совершенно уместным. Но если человек ест мясо просто потому, что он привык есть мясо, то, конечно, это нельзя назвать постом. Ведь мы уже начали наш разговор с того, что изменение души начинается с изменения своих телесных привычек. Вообще, само слово «пост» буквально означает «стояние на страже». Да? Вот это слово в русском языке имеет два значения. В славянском точно так же. Это одновременно и воздержание, и одновременно несение такой караульной службы. Человек стоит на страже своих мыслей, своих чувств, своих слов, своих дел. Но если, например, мы представим, что в наряд заступает такой хорошо упитанный солдатик, который не имеет должной физической подготовки, и в воинскую часть начинается вторжение каких-то... Он не сможет отразить Он вряд ли сможет догнать их даже. Согласна. Здесь та же самая логика. Когда человек не отказывается от привычных ему вещей, это не только касается пищи, это касается и привычного бытового уклада. Вообще вот есть такой термин в церковном сленге, он называется аскеза. Угу. Да, само это слово греческого происхождения, оно пришло в христианство, в христианскую этику, как ни странно, из греческого мира, из языческого мира. Буквально аскеза – это система физических упражнений, которые занимались гимнасты, спортсмены перед Олимпийскими играми, перед состязаниями. Это тренировка. Этот термин, переходя в христианство, принимает немножечко другое значение. Подождите, слово аскеза и аскет, у них одинаковый корень? Да, разумеется. Угу. Аскет – это тот, кто упражняется. Аскеза – это упражнение. Так вот, пост – это одно из проявлений аскезы, то есть упражнение или проверки человеком себя в некотором смысле на прочность. Вот могу ли я, например, не есть мясо в течение 49 дней Великого Поста? Вот если человек, допустим, делает первые шаги в этом деле, то, может быть, ему поначалу будет сложно. Но ведь мы-то помним, что пост не ограничивается вот только этим физическим ограничением. Здесь есть еще и духовная сторона. И вот здесь как раз ограничивать себя физически человеку помогает молитва. Молитва как обращение к Богу, как диалог с Богом. Это не монолог в пустоту, это диалог. Действительно, обращение человека к Богу, в ответ на которое Бог отвечает. И человек на глубоко личном, сердечном уровне этот ответ чувствует. И вот здесь одновременно связанные и молитва, и физическое воздержание, они приводят человека в должный тонус, они помогают человеку преобразиться. В общем-то, цель жизни каждого христианина – это преображение, изменение себя. Вот это самое метаноя. Изменение своего ума, изменение сознания – это решимость человека не повторять больше того нехорошего, того злого, что меня отделяет от Бога. Отец Илья, вот когда начинается Великий пост, я знаю, что верующие поздравляют друг друга с началом праздника. Но когда идет Великий пост, вот эти недели, 49 дней, нередко человек становится раздражительным и даже злым. Вот почему это происходит и когда начнется радость-то? Ну вот, во-первых, нужно начать ответ с того, что сам пост уже является радостью, как ни странно, для христианина. В богослужебных текстах, которые посвящены началу Великого Поста, мы встречаем такие слова. Пост – это не только отказ от привычных нам видов пищи. Ну, переводя со славянского на современный русский язык, эти слова будут звучать приблизительно так. Не только отказ от привычных нам видов пищи – это приведение себя в состояние радости. Радости о чем? Радости о Боге, о том, что начинается в нашем жизненном пути такой отрезочек, когда мы становимся ближе к Богу. Тут уместно вспомнить еще и слова евангельские. Сам Христос говорит своим ученикам, когда постись,
помажь голову твою елеем. Такой восточный обычай. Это символ особенной радости человека. Когда у него сын рождается, он себя благовониями натирает. Вот, он одевает праздничную одежду. «Не будьте, — говорит Христос своим ученикам, — как фарисеи и книжники, которые на каждом углу кланяются и делают, ходят с постными лицами». Отсюда, да, выражение «постная мина». Вот это наоборот, это антипример. Если у человека начинает озлобляться, значит, что-то с его постом не так. Некоторые люди, которые вступают в Великий пост первый раз, накладывают на себя неумеренные ограничения. Дело в том, что... Хочется сразу быстро очиститься. Да, да. Бывает, то есть, такое, да. Такое неофитское рвение, когда человек сходу в карьер, сразу в бой кидается и сразу начинает соблюдать монастырский устав. Есть замечательные слова одного нашего современника, игумена одного из монастырей Афонской горы, архимандрита Ефрема. Он говорит, что когда монахи живут по мирским обычаям, это очень плохо. Но когда миряне начинают жить по монашеским обычаям, это тоже очень плохо. Вообще в духовной жизни, в том числе и в посте, нельзя делать что-либо самовольно, без благословения, без совета со священником, который тебя знает, у которого ты исповедуешься. Вот этот священник, он может подсказать, какую меру поста тебе выбрать. Опять же, потому что пост телесный – это лишь первая ступенька, это лишь подготовка к посту душевными. Отец Илья, у нас осталось совсем немножко времени. Я все-таки говорила в начале о мифах. Вот просто да, нет и коротенький комментарий. Хорошо. Прям совсем. Вот несколько мифов, что во время поста надо ходить очень серьезным, не шутить и не смеяться. Ну, опять же, это в продолжение. Коротко. Да, продолжение только что сказанного. Это неправда. Нельзя отмечать именины и дни рождения. Почему? Отмечать можно, но делать это нужно аккуратно, так, чтобы поста не нарушать. Вот, в пост нельзя начинать важных дел, например, делать операцию. Ну, это тоже миф, к сожалению, страшное заблуждение, которым многие наши современники руководствуются. С благословения, опять же, если человек как-то тревожит совесть, подойти к священнику, взять благословение, помолиться вместе с ним перед началом какого-то важного дела, это дело, наоборот, очень хорошее. Дети, зачатые в пост, обязательно родятся больными или станут грешниками. Ну, это тоже совершенная неправда. Конечно, скажем так, воздержание в супружеском общении, оно в пост предполагается, но ни в коем случае это не должно отражаться на детях и не может отражаться на детях. Уже хотел бы, потому что дети не несут ответственности за грехи родителей. Думаю, на этом мы и завершим наше интервью. Спасибо вам большое за Спасибо, разговор. Татьяна. А вам, дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня моим собеседником был преподаватель Царицынского православного университета священник Илья Неклюдов. До свидания и обязательно увидимся.